Чудесная вечеринка, Алан. Спасибо. Зачем вы пьете эту пакость? Я посылаю вам хорошие напитки. Ваша печень взорвется, как ручная граната. Я давно наблюдаю за вами. Вы никогда... никогда не пьянеете. Вот это настоящий контроль. А контроль – это власть. Это власть. И поэтому нас боятся. Мы обладаем властью убивать, вот они и боятся. Они боятся нас, потому что мы обладаем властью убивать произвольно. Человек совершает преступление и понимает, что должен понести наказание. Мы отправляем его на смерть и прекрасно себя чувствуем. Но это еще не власть, нет. Это лишь правосудие. Власть – это когда у нас есть все основания убить. Но мы этого не делаем. И что это, власть? Этим обладали императоры. Человек что-то украл. Вора приводят к императору, он бросается перед ним на колени и молит о пощаде, хотя и знает, что его казнят. Император прощает его и отпускает на свободу. И все-таки вы пьяны. Это власть, Амон. Это власть. Амон добрый. Я прощаю.